стоять. Обрати внимание, что ты не ушел, да, по факту. Вернись. Опять, вот ты со мной стоишь, да? Опять, вот, вот мы, ты на задней ноге, я на задней ноге. Вот мы с тобой правша-левша, а тут пытаемся тут ногами, да, друг другу заступить, да? Опять. Пытаешься уйти вправо ногой. Что происходит? Тебя даже попадаешь, ты по сцене. Фишка, знаешь, в чем заключается? Становись в правшу, я встану в левшу. Смотри. Я сейчас буду пытаться правой ногой уйти вправо, как бы зайти за твою ногу, да? А тебе, смотри, что ты делаешь, а ты правша, да? Смотри. Что ты видишь? Что ты видишь? Мою голову осталось, моя голова осталась на месте. Я наоборот открываюсь. Ситуация в чем заключается? Ты стоишь узко на ногах. Видишь ноги узко? У тебя правая нога стоит за левой, левая нога стоит за правой. Ты вроде бы, когда стоишь на месте, здесь еще более-менее, но как только ты теперь правша сделаешь полшага влево, о! Раз. А ты не можешь сделать. Почему? Стоя на узких ногах, посмотри, что происходит с твоей правой ногой. Ты пытаешься шагнуть вправо, а голова-то остается на месте. Тебя просто разворачивает. Тебя как левшу разворачивает, и тебе некомфортно. То есть ты просто открываешься под удар. Из-за того, что твоя задняя нога стоит за передней. Как только ты встанешь, поставь свою руку. Вот просто держи руку, смотри. Теперь моя задняя нога не стоит за моей передней ногой. Посмотри. Я как стоял вот в этом положении, я и справа, и слева руки. Все, я как вот был вот здесь. А теперь я дал ногой в сторону. Что оказалось? Моя голова ушла с линии атаки? Да. А теперь опять повторяем. Моя правая нога стоит за... Моя левая нога, как ты и стоял, на узких ногах. И теперь я правой ногой делаю в сторону. Я по факту остаюсь на месте. Меня просто разворачивает. Понимаешь? Да. Потому что моя задняя нога и передняя нога, они стоят на одной линии. Поэтому ты не можешь уйти мне за ногу. Тебе некомфортно, ты раскрываешься. Ты вроде бы здесь был защищен, и тут ты раз раскрываешься, и тут мне под кулак попадаешь. Стоя изначально немножко, не совсем боком, потому что здесь ты и правый по-хорошему бить не можешь, стоя, когда ноги у тебя на одной линии стоят. И слева тебе бить неудобно, потому что опять ноги на одной линии тебе неудобно. И тебе приходится, как только он делает движение, правой, левой ногой в сторону сделай, короткое движение. Но не надо на ногу переходить, просто носок влево поставь. Все. Ты уже оказался здесь. Мне уже разворачиваться. Я опять попадаю, под, тем более под сильную руку. Само по себе исходное положение твое некорректное. Вот ты стоишь. Ты стоял фронтально, вот ты поставил ногу, все. Ты и слева можешь ударить, и справа можешь ударить. Вот ты контролируешь. Оп! Ты ноги шире теперь ставишь. У тебя, естественно, посмотри, башка ушла. Ноги на одной линии, башка не ушла. Вставай. Поставь лево, да, вставай в стойку. О, вот теперь заходи левой ногой. Да не надо на ногу падать, просто носок в сторону поставь. Носок ноги, не на пятку. Вот, вот ноги, вот, вот, смотри, нога. Вот нога в сторону, поставь носок ноги в сторону. Ногу, все, ты уже ушел. Сейчас тебе удобнее стало? Да. А? Опора есть. Естественно, и опора, и у тебя масса ушла. А теперь обратно вставай в одну линию. Ноги, вот ты как стоял. Отшагивай. О. Что происходит? Отшагивай носком. Вот, видишь? Тебя разворачивает просто. Тебя просто раскрывает мне под молотки. Вставай фронтальный ко мне. Вот. Во. Вот теперь ты левый. Правой ногой вправо. Во. И ты ушел. Бух. Да хочешь? Да, спасибо. Только не вались. Нога просто в сторону ушла. Ставь ногу, поднимая колено, ставя носочек. Вот и все. Все, ты уже ушел. Ты уже зашел мне за ногу. Вот твоя нога. Вот вся борьба здесь происходит вот за эти вот сантиметры. Все, мне уже, вот мне. О, видал? Удобнее стало? Да, потому что если я еще здесь, то твоя задняя что сделает?
во встречу слева. Да? Ты готов ударить? А теперь поставь ноги на одну линию опять. Не сильно удобно бить даже. Ну, ты не достаешь. И ты постоянно вот здесь. Видишь, ты на одной линии ноги. Угу. Ноги, когда на одной линии, то вот ты к противнику стоишь. Ну а в таком положении челнок, он. Почему нет? А какая разница? Смотри, мой челнок. Да, на высоких ногах. Угу. О, могу даже так. Здесь не колени, здесь голеностоп главный. Я голеностоп напряг, а ноги шире могу поставить, уже поставить могу. Голеностоп. Встань на носках, напряги голеностоп. А колени опусти, а голеностоп встань на носочки. На подушечке большого пальца. Во. Во, двигайся. Во, 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 во. Выше на носки, напряги голеностоп. На подушечке большого пальца, да. Во. О, видал, успел. Вот и все. Исходы, ребята, неважно, правшаты, ребят, правшаты, левшаты, фишка одна и та же. Ноги, стоящие на одной линии, не позволяют тебе, не, ну есть узко ноги, можно поставить, минимально узко, да, носок передний и пятка сзади ноги на одной линии стоят. Это вот я высокая стойка у меня, да, а-ля тонус, ну ярко выраженный, Кличко там, да, вот стоит, так отсюда валить будет, базара нет. Но ни вправо, ни влево в этом положении тебе, тем более плюс 10, невозможно сделать. Та же самая усредненочка. Я, вы остаетесь на линии. Чуть поставил, оп, уже шире ноги становятся, уже голова уходит с линии. Уже башка ушла с линии. Ноги на одной линии, ты не уходишь. Или валишься, если захотел уйти. А если остается масса, то просто разворачиваешься. Согласны? Все, поехали.